Привет. Все круто. Не знаю, почему я решила зайти в эфир. Все здорово. Только приехали со съемочной площадки. Да, мне витрина сегодня вообще потрепал, конечно. Ладно, бог. Привет всем городам и странам. Супер. Дела. На самом деле, зашла вообще на пару минут сказать, что очень много крутого ожидает вас в скором времени. Спасибо. Песня. Ой. Не терроризируйте мужа, оставьте ему хотя бы весь мой новый альбом, чтобы у него хоть какое-то было разнообразие. Спасибо. Что происходит? Много чего происходит. Не могу рассказать. Ничего не могу вам рассказать. Ремиксы. Всем классом слушали песни на физике. Приятно, но лучше все-таки учиться. Хотя я физику тоже не любила. Помада Стана. Да. Yes. Когда-нибудь, да. Когда клип будет из нового альбома? Так вот, в общем, выходил недели 3 назад. Супер, супер. Читаю ваши комменты. Многого не могу вам пока рассказать, но обязательно расскажу. Все самые часто задаваемые вопросы. Наконец-то получит свой ответ. Но не сейчас. Не сегодня. Но получит.
Бурятия, привет. У меня оттуда корни. Что могу рассказать сейчас? Ждите. Побольше фоток из жизни. Мне кажется, я достаточно прилично веду сториз и держу вас в курсе дела. Привет отовсюду, всем странам и городам. Привет. Только что приехала со съемок, которые длились 2 суток, с перерывами на 3 часа на поспать. Поэтому такое состояние немножко разбитое, но очень, очень, очень все было круто. Вот. Ладно. Спасибо. Будем держать связь. Просто следите и получите ответ на вопрос, который вы задаете. Просто следите за сторис. Просто следите за Инстаграм.